трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почему в России бензин дороже, чем в Соединенных Штатах Америки? С таким вопросом журналисты обратились в Федеральную антимонопольную службу. Ответ держал замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, США отличаются крайне высоким уровнем конкуренции как в добыче нефти и ее переработке, так и в розничной торговле. К тому же у Янки доля налогов в стоимости автомобильного горючего составляет 15%, у нас 55-65%. Плюс дело в том, что американцы используют другую технологию переработки черного золота, в результате чего из тонны нефти бензина получается больше. Трасса 101. ГИБДД разъяснила последствия получения водительского удостоверения по поддельной медсправке или свидетельству об окончании автошколы. В этом случае права у гражданина будут аннулированы. Данные мошенника занесут в черный список госавтоинспекции, о чем ему будет сообщено в письменном уведомлении. Трасса 101. Госдума не будет рассматривать законопроект о введении уголовной ответственности за эвакуацию машины с находящимся в ней человеком. Если это ребенок или подросток, авторы документа предлагали сажать виновного в тюрьму на срок до 8 лет. Депутаты сочли данную инициативу нецелесообразной, так как случаи эвакуации авто с людьми происходят очень редко. Несколько омских бизнесменов скинулись на ремонт дороги, проходящей вблизи их объектов. Предприниматели сами взяли в руки инструмент, наняли технику и залатали ямы, по которым каждый день приходилось ездить на личном транспорте и пускать грузовики. На все про все ушло 300 тысяч рублей. Местной администрации сказать бы спасибо активистам, но чиновники раскритиковали их. Ремонтировали неправильно, фрезеровали плохо, специалиста не пригласили. Но в итоге все улеглось. Мэрия заявила, что данный участок трассы включен в план ремонта на этот год. Трасса 101. Китайский автопроизводитель Link & Co, детище Volvo и Geely, сделал смелое заявление. Речь идет о пожизненной гарантии на машины данной марки. Подробности неизвестны. Ясно лишь, что бренд этот новый, и его модельный ряд состоит всего из одного автомобиля – кроссовера Link & Co 01, построенного на платформе, которая ляжет в основу Volvo 40-й серии. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.